Всем привет, канал Мариан Абдулла. Сегодня я раскрою замечательную посылку от Фонарик.ру, которые прислали мне в преддверии 23 февраля посылку с замечательными штучками. Я даже не знаю, что там они положили, но я надеюсь, что там то, что я просил. А просил я термос для мороженого, такой вот с широким горлом, мультитул и ножичек Опинель, чтобы ходить с ним за грибами. Он легкий и очень-очень острый. Ну вот не знаю, коробочка тут написана Опинель. Фух, я волнуюсь, но ничего, ладно. Ножичек, которым я буду открывать коробку, называется Ганза. Модель 753. Не знаю, получится у меня быстро-то это сделать. О, смотри-ка ты. Тут главное дело не торопиться. Ой-ой-ой. Ага, вот сюда. А то нож острый, как бритва. Ага, вот. Что здесь тоже, наверное, тут. Ой, звук-то какой. Хрустящего снега. О! Так, ножичек в стороночку. Кстати, ножичек мне очень понравился. Спасибо большое. О, смотрим. Тут, чтобы не нервничать, пленка с пупырышками. Так, ладно, мы ее на пол пока. Пакет. Отдыхай активно. Фонарик.ру. Так, тут какие-то замечательные всякие разные. Ой, там что-то интересное. Всякие тут плакаты, тыры-пыры. Тоже их туда пока что. Да, это он. Опинель. Вау, Опинель. Настоящий Опинель. Французский нож, который очень-очень мне понравился. Ух ты, с красной ручкой. За грибами-то сходить самое то, чтобы не потерять. Ага, так, коробочку пока туда. Какая-то веревочка. Это очень-очень острый нож. Офигеть острый. Блин, а это так и есть. Это так и есть. У него еще замочек такой, но это мы сделаем отдельный обзор. Да, это он. Отличный нож. И тоже на замок уже не откроешься. Все. Не знаю даже с чего. Это что-то тяжелое. Коробочка. Я подозреваю, что там мультитул. Если это так, то это вообще будет очень здорово. Мультитул у меня только маленький есть, больших никогда не было. Что-то тяжелый какой. Ух ты, а как его открыть-то? Что, не знаю, может так? А, да, вот так. Во! Ёлы-палы! Это реально мультитул, наверное. Да, оно. Блин, тут еще битску. Круто! Тяжеленький такой. Ух ты, блин, обалдеть. Да. Вау! Ай! А, настоящие пассатижи суперские. И там кусачки сменные, эти штуки, ножи. Куча всяких там других штучек. Но с этим будем разбираться в обзоре отдельно. Ну, я думал, что они легче будут. Вот тяжеленький такой мультитульчик-то, серьезный. А, чего тут только нету? Тут какие-то кругляшки, какие-то штучки. А, вот, тут еще какой-то замочек. Надо будет, наверное, серьезно разбираться. Потому что не все так просто. Вот тут еще и паспорт есть. Ну, если паспорт есть, по паспорту то разберусь я, наверное. Да, тут все есть. О, полным-полно. И открывашки всякие, всякие штучки. Все тут написано. Все тут указано. Это, конечно, сразу... А этих, как называется-то, насадок-то прям... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дюжина целая. То есть сразу целая дюжина отверток считает. И вот оно. Это чудо... Чудо современной инженерной мысли. Термос. Подумать только, как раньше люди без термосов жили. Они даже мороженое не могли с собой взять. Не говоря уж о том, что супчик. Ну, супчик-то они могли подогреть, а вот мороженое в жару уже не остудишь. А в термосе его можно держать холодным. Вот он, родной. А-а-а. Круть. Yes. Во-первых, это чашка. Ну, это понятно. Суп есть очень удобно. Вот тут... Крышка. Я надеюсь, я проведу все-таки эксперимент. Положу туда мороженое и положу к батарее, как будто жара. Посмотрим, сколько оно будет держать холод. Если ты будешь знать, что в жару он хотя бы там часов 6 продержит, смело можно на пикник брать. Тут еще какая-то ложка, но как ее вытащить, я пока не знаю. Как ее вытащить-то, елки-палки. А, во! Ложка-то раскладная. Смотри-ка ты. Ой-ой-ой. Подожди-ка, это надо ее вот так вот. Ага, слушай, смотри-ка ты, сразу ложечка мороженое кушать, вот. Ну вот, ложка есть, да, черпать.
Прям в крышку встроено, надо же. Тут еще какая-то кнопочка, не знаю для чего. Видимо, для того, чтобы... А, да, давление сбрасывать. Видишь, как все устроено. Тут кнопочка. Да, о таком термосе только мечтать. Именно для мороженого. Ну, конечно, горячий суп тоже можно. Кашу, все дела. А этот тоже какой-то он толстый. Видимо, он тоже термичная эта штука, чтобы еще лучше сохранять тепло или холод. Designed in Germany. Огромное спасибо Фонарик Market.ru за такие замечательные подарки. Прям все, что я давным-давно хотел. Это за грибами ходить отлично будет. Женушка у меня будет довольна. Я ей буду иногда давать. Я ей не отдам навсегда, только скажу. Вот тебе грибочки порежь, а потом обратно отдай. И мультитул. Мультитул, да. Адская штука. Раньше я все время на рыбалку брал плоскогубцы просто. Но, ну, понимаете, плоскогубцы надо еще что-то, всякую мелочь. А тут все в одном. На пояс повесил, вот в этом вот чехле. Прямо с битами. Ну, биты, если надо, так берешь. Если нет, так можно и не брать. Чехол очень жесткий, кстати. Так, вот раз. Все. Супер. Супер, просто супер. Ждите обзоров на вот эти три предмета. На термос, мультитул и опинель. Надеюсь, получится все сделать хорошо и качественно. Всем пока-пока. А, да, жмите лайки, рассказывайте всем друзьям. Я тщательно выбираю то, что, на что делаю обзор. Очень тщательно, потому что что попало делать обзор, я не делаю. Не думайте, что я вот так все подряд даю, там, не, я давайте, и все равно мне сделаю и на это тоже. Нет, мы внимательно всегда обсуждаем, что выбрать, что действительно стоящее, и только вот это и идет в обзор. Пока-пока.